Греческо-казахстанский деловой совет заработал в Афинах. Платформа призвана расширить деловые контакты между нашими странами, углубить сотрудничество в сфере торговли, туризма и культуры, а также приумножить инвестиции. С греческой стороны его возглавил предприниматель, эксперт в области энергетического права Томас Ламнидис, а с казахстанской известный экономист Жексебек Куликеев. В рамках встречи он рассказал участникам о том, чем привлекателен Казахстан для инвесторов и о том, какие выгодные условия созданы для них в нашей стране. В церемонии приняли участие крупные бизнесмены, политики, а также представители МИДа Греции. По словам экспертов, новая платформа поможет расширить торгово-экономическое сотрудничество. Я почти 30 лет работаю с Казахстаном и испытываю самые теплые чувства к казахскому народу и к вашей стране. Я невероятно рад возглавить деловой совет с греческой стороны.